Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и вы на канале «Домашний мастер». В этом видеоролике хочу вам подробно рассказать и показать, а также сделать небольшой видеообзор на фуговальный станок Warrior W109D. И давайте так. Конечно, я мог его распаковать, там, в течение 10 минут показать, как я его достаю из коробки, показать сборку, но я, во-первых, со станком только знакомился, когда его собирал. Во-вторых, я бы на 100% вам бы грамотно не рассказал, как его собрать, потому что я сам делал это первый раз. И в-третьих, друзья, у ребят на сайте, ссылка, которая будет в описании, на сайте Harvey Rus, когда вы переходите на этот фуговальный станок, у них офигительное видео, как собрать станок. Потому что я изначально прыгал по YouTube, смотрел, кто как собирает, потом почему-то после всего этого зашел на сайт, решил посмотреть, какие там видосы, и там ребята заморочились. Они прям поэтапно, по всем мелочам показывают, как собрать такой фуговальный станок. Поэтому мы эту тему сразу откидываем, там вам расскажут прям профессионально и покажут все дословно. Но в этом видеоролике, друзья, я хочу поделиться своим опытом, своей практикой. Для чего этот станок нужен, что это вообще за станок, что он может и как на нем можно зарабатывать. Поэтому, друзья, вам желаю приятного просмотра и давайте по порядку. Чтобы не говорить длинно фуговальный станок Warrior, мы будем называть проще фуганок. Фуганок – это станок для создания базы, то есть гладкой ровной поверхности, от которой производится вся дальнейшая обработка. Также станок дает возможность, например, получить на ребре доски или бруска угол с четко заданной градусной мерой. Но чаще всего, прямо вот в 99% случаях, нам в основном нужно получить только прямой угол. Теперь давайте, друзья, кратенько пробежимся по характеристикам станка. Все остальные характеристики также можете пройти по ссылке в описании и посмотреть. Я остановлюсь только на особенных, ну, которые меня прям зацепили. И первое – это асинхронный двигатель повышенной мощности. Здесь у нас 1,1 кВт. Далее два важных фактора, по которым я выбрал для своей деятельности этот станок. Первое – это длина рабочего стола, рабочей поверхности 1210 мм. То есть удобно подавать заготовки, а они у меня в основном очень ходовые в 1,5 метра. То есть половина заготовки практически ты уже кладешь на стол. И второй момент – это ширина обработки детали. Тут у нас ширина 153 мм. В моей деятельности самые ходовые доски – это 40 на 150 на 100, а также 40 на 150 – это прям самая ходовая, и 50 на 150. Поэтому этот станочек справляется на 5 с плюсом. Можно было, конечно, еще добавить, что тут глубина реза 3,2 мм, но больше двух, наверное, я не снимал. Но так, на всякий случай, чтобы тоже вы об этом знали. И следующий момент, друзья, о чем хочется сказать. Станок весит больше 100 кг. Когда он приезжал, ну, мы его с соседом сюда затаскивали, хоть он был по отдельности разделен. В одного можно, но тяжеловато. Но вот в сборе вся конструкция весит больше сотки. С одной стороны, я думал, как его таскать по мастерской. С другой стороны, ребята тут постарались. Во-первых, тут есть удобные регулируемые по высоте опоры, которые позволяют поставить станок в любом месте, даже если есть на полу небольшие перепады. Во-вторых, тут имеются мощные пластиковые колеса, которые дают возможность перемещать станок по всей мастерской. Но и самое интересное, чтобы катать станок по мастерской, это специальная педаль. Специальная педаль здесь с передним колесом исключает необходимость прикладывать усилия при перемещении станка внутри помещения. Далее, друзья, важный момент, которого нету в видеоролике по сборке станка. То есть, когда вы его собрали, когда вы выставили уже углы 45-90 градусов, перед началом работы вам нужно удалить такое слово противное, консервационную смазку. То есть на станине есть специальная смазка. Потому что я по незнанию все собрал, вроде думал, может так и должно быть. Ну, такую черновую заготовку взял, а она у меня вся была в каком-то веществе, назовем это так. Также, друзья, что хочется отметить, станок имеет удобный отвод опилок. Конечно, в идеале использовать станок сразу с пылеудалением. То есть подключаем
длинного червя, который собирает в мешок все опилки, и работать становится просто сказка. Теперь, друзья, давайте немножко остановимся, для чего вообще использовать фуганок, фуговальный станок, чем он помогает и в какой деятельности он пригодится. Занимаясь малоэтажным строительством, а это самое ходовое, мы собираем домики на колодец, скажем, благодаря этому станку мы из обычной доски, которая стоит там 50 рублей, да, мы делаем доску хорошего качества, строганную, ровненькую, которая стоит уже не 50 рублей, а 250. Это в первую очередь, что помогает сделать станок. То есть мы можем из самой кривой, плохой, неровной доски получить конфетку. Да, надо пофуговать, надо ее выровнять, потратить на это время. Но если навскидку, вот допустим, собирали мы 5 домиков на колодец, да, каждая доска черновая стоит примерно 600 рублей. Одна. На домик надо там полторы, где-то так. 5 колодцев я прогнал, да, я потратил 2 часа, но из 600 рублей я получил 1500. Умножаем на 5, я получил 7,5. То есть, опять же, занимаясь своим делом, то есть станок выручает на ура. Второй момент – это производство садовой мебели. То есть мы также иногда делаем разные лавочки, качели, деревянные конструкции, какие-то дачные изделия. Конечно, можно купить сразу классную доску, которая там 300 рублей погонный метр стоит. У нас вообще все погонными метрами продается. То есть покупателю сразу заломить цену x2, он офигеет, скажет, ну его мне нафиг. Поэтому, друзья, тут надо искать баланс. Зачем покупать сразу супер хорошую доску задорого, когда мы можем сделать из бюджетной доски доску такого же качества и при этом еще на этом заработать? Ну, это моя версия, я говорю за себя, а вам уже решать по своим меркам. Третий момент, друзья, тоже ходовой, мы за лето много раз встречались, это производство, это изготовление лестниц. То есть, будь это каркас из профильной трубы, но у нас, допустим, ступени идут обычно либо из сосны, очень редко из лиственницы, ну, это у нас так, потому что все хотят побюджетней. Опять же, даже купив сухую строганную доску, плоскости не идеальны, я даже собирал себе когда лестницу, заморочился, собрал все остатки сухой строганной доски, и, как показала практика, даже каждая вторая имела кривую плоскость, и, соответственно, она бы не встала в лестницу, либо встала, но была бы с перепадом, это некрасиво. Поэтому, опять же, этот станок позволял мне прогонять доску, выравнивать плоскость и уже в заготовленную, скажем, в заготовленное изделие применять заготовку с хорошей выровненной поверхностью. Это тоже очень важно. Поэтому, друзья, такой станочек не только будет полезен в мастерской для вашего хобби, вы, если любите заниматься столяркой в свободное время, отвлекаться от основной работы, также этот станок будет полезен в гараже или в мастерской, на производстве, если вы занимаетесь уже изготовлением какой-либо продукции. Поэтому, друзья, все подробные ссылки будут в описании под роликом. Я доволен, все работает на 5 с плюсом, проблем я никаких не словил. В комплект также там докладывают ребята запасные ножи. За год я еще их не менял, поэтому смело рекомендую, если кто присматривает себе фуганок, фуговальный станок, то переходите на сайт производителя Harvey Russ, ознакомьтесь, можете также попрыгать по другим столярным блогерам, поспрашивать их мнение и, сделав вывод, приобретайте качественное оборудование. Ну а с вами был Сергей, это канал Домашний Мастер, поставьте лайк, пишите комменты, буду стараться отвечать. У кого есть такой станочек, пишите свои отзывы, пишите комменты, делитесь опытом, потому что я уверен, меня смотрят и реально крутые профессиональные мастера, которые работают еще дальше на этом станке, чем я, потому что я только захватываю первую базу, скажем, необходимых изделий. Было бы классно услышать ваше мнение. Еще раз спасибо, всем хорошего настроения, всем пока-пока.